Привет, друзья! Мы приготовили куриные крылышки с грузинским акцентом и делимся с вами рецептом. Берем 1,5 килограмма куриных крыльев, добавляем специи: 1 чайная ложка хмели-сунели, 1 чайная ложка сушеного чеснока, чайная ложка копченой паприки, перец, соль, 1 столовую ложку томатной пасты, свежую кинзу и измельченную в блендере луковицу. Все перемешиваем и оставим мариноваться не меньше, чем на 2 часа. Выкладываем на лист, выпекаем при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Получается невероятно вкусно и ароматно. Пробуйте с удовольствием!